Значение тату-хорек, татуировка. На первый взгляд, это весьма просто. Однако это достаточно глупое заблуждение. Можно и нужно разобраться с этим вопросом поподробнее. Процесс создания весьма непрост, а еще сложнее выбрать эскиз татуировки. К тому же необходимо определиться, где она будет набита. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. К выбору тату необходимо подходить очень ответственно, так как, не зная ее значения, можно попасть в неловкое положение. Кроме того, очень часто человек жалеет о том, что набил татуировки, а свести ее никак не решится. Чтобы этого избежать, стоит ознакомиться со значением каждой татуировки. В этой статье подробнее можно рассмотреть значение тату семейства куньих, что значит татуировка с рисунком хорька. Сами животные хорек, ласка, куница принадлежит к семейству куньих. Представители этого семейства – умные и хитрые животные. Для них характерно большое количество силы, а также изобретательности. То же самое может значить и татуировка. Люди, имеющие такую татуировку, могут быть слегка отстраненными от других людей, считаться отшельником. Некоторые источники гласят, что такую татуировку могут набить люди, готовые всегда помочь, прийти на помощь. Однако с другой стороны существуют такие сведения, что данную татуировку набивают люди, склонные к вранью, ебедничеству. Бытует мнение, что представитель семейства куньих символизирует повышенный интеллект человека. Вообще, татуировка хорек и ее значение были изучены совсем мало, а расшифровывать ее можно различными способами. Так что людям, сомневающимся, лучше подобрать другой вариант татуировки. Также можно отметить тот факт, что татуировка хорек и ее значение имеет сходство с некоторыми другими тату. Кто-то отмечает сходство с татуировкой кошка, кто-то с лаской, кто-то с лисицей. Таким образом, для полного понимания данной картины, стоит узнать значение каждой из них. Так можно будет сделать для себя какие-то выводы и принять определенное решение. Кроме самого эскиза, очень важно обратить внимание то место, где будет набита татуировка. Оно играет весьма важную роль, так что с этой информацией стоит ознакомиться заранее. В заключение о рисунке хорька в тату. В заключение статьи можно сказать, что к выбору татуировки необходимо подходить очень серьезно. Многие люди забывают про это и делают тату наобум. Конечно, если это какие-то цветы, то это не так страшно. Обычно, там не бывает какого-то неприятного или оскорбительного значения. Однако в случае с животными, совершенно другая ситуация. И это обязательно стоит учитывать. Татуировка хорек является весьма спорной, так что прежде, чем ее делать, необходимо взвесить все за, а также против. И лишь после этого делать тату. Кроме того, лишним не будет провести консультацию с мастером. Он сможет дать несколько советов насчет самого эскиза, места расположения тату и многое другое. Главное, помнить, что татуировка, конечно, не навсегда, но, как минимум, на долгие годы. К тому же сводить ее недешево, а еще и достаточно больно. К тому же шрамы никому не нужны. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании.